Ты в порядке? Ого! А кто ты? Я Спартак. Непобедимый. Ясно. С непобедимым там будет небольшая проблемка. Стой! Эй, а ну вернись! В чем дело? Я был заточен в такой стеклянной камере. И ты тоже. Значит, внутри есть и другие. Ты лишь сейчас это понял? Верно. Еще я вел 120 тысяч рабов, гладиаторов и крестьян против Римской Республики. Да, слышала. Чудесно. Мы освободим других заключенных и начнем восстание против пленителей. Нет, стой! Мы не знаем, кто там! Вставай, брат, по оружию! Я твой спаситель! Зови меня Спартак! Скажи, кто ты такой? Может, Сакс? Нет, это точно пришелец. Как насчет помочь? Прекрасная битва. Сравнима с моими в Колизее. Что, там ты тоже столбом стоял? Я давал ему вымотаться. Срази он тебя, я был бы свеж и с легкостью отомстил бы. Быть мстителем глупо. Нужно предотвращать смерти. Я предотвратитель. Хочешь быть предотвратителем, Спарти? Ну, да. Умница. Тогда не трогай камеры. Пошли искать команду корабля. Когда разделится, уберем по одному. Не смеши. Они не знают о нас. Если нападем сейчас, уничтожим всех разом. Мы не знаем, что они могут. Слушай, меня этому учили. Первое правило — изолировать цель. Нельзя бить из тени. Я вел многотысячное непобедимое войско. Уверяю тебя, они все мертвы. Тогда я отомщу за них. Нет, не мсти! Мы предотвратители! Умрите, дикари! Шеф, музычку.